Под брендом X-Flash выпускается более 150 разных светодиодных лампочек. Четыре вида из них умные. Сейчас я покажу, как они работают. Первая лампочка включается при низком освещении. Вот сейчас в этой комнате достаточно темно. Я включаю лампочку. У нее по бокам есть вот такие вот красные окошки датчиков. Если осветить лампу ярким светом, она погаснет. А загорится только через 1,5 минуты. Для того, чтобы она горела, освещение должно быть менее 100 люкс. Это такой вот достаточно яркий свет, поэтому скорее для применения на улице. Вторая лампочка меняет свой цвет. Сейчас я покажу, как это происходит. Она может одновременно светить и теплым, и холодным светом. Когда я включаю, она светит теплым светом, 3000 К. Если ее быстро выключить и включить снова, свет станет холодным. Если снова выключить и включить, опять теплым. К сожалению, состояние не запоминается. Еще одна лампочка умеет регулировать яркость без всякого диммера. У нее 3 уровня яркости, которые переключаются точно так же, быстрым выключением и включением. Смотрите, как это происходит. Вот это максимальная яркость, средняя яркость и минимальная яркость. И так все по кругу. Еще раз я включаю, включаю, опять становится максимальная. Опять же, состояние не запоминается. И последняя лампочка позволяет регулировать яркость плавно. Все то же самое, тоже в качестве способа настройки отключения-включения. Но тут происходит все вот так. Когда я включаю, она начинает плавно загораться. Если выключить включить, то останется тот уровень, на котором она была. Если еще раз выключить включить, то она опять начнет плавно загораться. Всего для того, чтобы она загорелась на полную яркость, нужно 10 секунд. Вот сейчас она. Все, вот сейчас уже полная яркость лампочки. Если сейчас я выключу-включу, опять все начнется заново. А если еще раз выключу-включу, вот она практически осталась на минимальной яркости. То есть, чтобы ее поставить на самый минимум, нужно ее включить, выключить и включить еще раз быстро. А если нужна какая-то произвольная яркость, значит, нужно ее включить, дождаться той яркости, которой хочется, выключить, включить. Вот она осталась на этой яркости. Опять же, состояние не запоминается. По яркости 3 лампочки, кроме той, которая меняет цвет, приблизительно соответствуют 80-ваттной. А та лампочка, которая меняет цвет, приблизительно соответствует 60-ваттной лампочке накаливания. Вот такие вот умные лампочки X-Flash. Всем спасибо за внимание.